Мне сейчас больше на самом деле интересно, что будет с Чипэдди, потому что он говорит, что вообще не играл в Инжайсе, тут он вроде как в Винорах уже у нас. В финале, по-моему. Или где-то близко. Можно посмотреть. Или нет? А, не, он в лузерах, он Кингуши проиграл. Но он там где-то в конце. Чипэдди сейчас вот торчит у меня в семифиналах. А, ну да, он Кингуши проиграл, и он, в принципе... И ждет, вот, кстати, скорее всего, победителя этой... А, нет. Раста и победитель этой пары будут разбираться за право с Чипэдди сразиться. А, тут, знаешь, кстати, сейчас неправильно распределены ники. Кена — это Bad Girl. Тут надо... Гес. Гес, по-моему, наоборот, игроки. Но... Bad Girl — это Кена точно. Bad Girl — Кена, но он справа. Это вот, интересный вив. Ну, ну, собственно, на самом деле как? Кен это тоже один из игроков из Сергиева Посада. Они вместе с Растой тренируются, с Моком 23. И, в принципе, являются очень сильными игроками. Они посвятили себя Инжастису, несмотря на его непопулярность в России. Ну, сколько у нас сегодня человек Инжастис? Всего 24 человека было. 4. Ну, сегодня все где-то идут по 20. Да, да. Ну, кроме вот Андернайта. Ну, он новенький совершенно, и его никто не знает, поэтому, наверное, может быть, не собрал количество. Ну, Инжастис там прям пиарили, чтобы народ ходил, и вот он появился. А, счет 1-0 в пользу Кена. Как бы тем временем, как бы тут видно, что Bad Girl доминирует просто, Deathstroke ничего не может сделать. Практически в одни ворота. Вообще, Игоря Мефистофеля я, по-моему, в онлайне видел. Такой очень знакомый ник. Но он просто не знает, что делать. Пытается забросать. Как бы Deathstroke такой персонаж, нельзя им просто спамить, тут надо очень аккуратно играть. Там у них своеобразные вортексы, которые, к сожалению, не работают против Bad Girl. А Bad Girl это легкие комбинации на 54% в углу. И, собственно, вот результат.